Это Мариуполь, Азовсталь за моей спиной. Все, что от нее осталось. Иду, иду, иду! Вот такая дорога, идем. Под ноги надо смотреть, чтобы ничего не было страшного такого, что может взорваться. Это от града. Колодец. Вот здесь были серьезные бои. Сказали нам под ноги смотреть. Смотрим под ноги, чтобы ничего неожиданного не было. Вон их форма тоже, вот эта розовая, но она выгорела. Здесь вот жили работники Азовстали.